Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Альбрехт Дюрер, два Бумгартнера. Немецкая школа. В мюнхенской старой пинакотеке находится алтарный складень работы Дюрера, пожертвованный семейством Бумгартнеров в Нюрнбергскую церковь Святой Екатерины и впоследствии принесенный нюрнбергским магистратом в дар императору Максимилиану. Реставрация, которой был подвергнут в недавнее время этот знаменитый складень, возбудила много толков. Благодаря появлению на художественном рынке старинной копии этого произведения было замечено, что лошади позади жертвователя, украшения шлема и другие детали изображения, написанные не Дюрером, а прибавлены позднейшими художниками, по-видимому, желавшими сделать картину более красивой. Дирекция пинакотеки решилась удалить эти прибавки. При этой операции не только исчезли эти украшения, но и появились целый ряд небольших фигур жертвователей, благоговейно взирающих на главное изображение складня, на икону Рождества Христова. Хотя эти фигурки не удовлетворяют нашего современного вкуса, тем не менее, все любители немецкого искусства должны радоваться тому, что складень снова получил тот вид, в котором он вышел из мастерской художника. Тем более, что реставрация произошла без малейшего повреждения первоначальной живописи. Обе створки складня, воспроизведенные на нашей елеогравюре, представляют двух жертвователей картины, знатных нюрнбергцев Стефана и Луку Бумгартнер. И тот, и другой представлены во весь рост вооруженными, как защитники своего города. Дюрер при своем скромном и добросовестном отношении к искусству не превратил этих жиденьких коммерсантов в рыцарей и настоящих воинов. В их осанке и экспрессии нет ничего воинственного. Они изображены без прикрас, полными жизни и добродушными, какими знал их художник. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания.